Ты самая красивая. И счастливая. Тетя Фима, тетя Фима, опять вы со своими ведрами. Тетя Фима, вам помочь? Сама справлюсь. Сынок, руки. Пошел тихо. Приглашай. Спасибо большое. Пожалуйста. Я в Москве. Приятно видеться. Спасибо. До конца отпуска осталось 5 дней. Хочу все распланировать. Давай завтра в кино. Волга, Волга, Любовь Орлова. А потом Шапито. В парке будет Шапито. Что? Меня срочно вызывают из отпуска. Почему? Проверка какая-то. Не страшно. Что-то случилось? Сережу Ковальского арестовали. И всех ротных в нашем батальоне. Игорек. Ехать нельзя. Если я завтра не прибуду в часть, стану дезертиром. Thank you.
Давай сбежим. Куда? Куда угодно. Спрячемся, там придумаем, решим. Игорек, ехать нельзя. Рит. Можно я тогда с тобой поеду? А? Все будет хорошо. Сваливаем. Погнали. Фил, женись на мне. Я тебе ребеночка рожу, такого же красивого, как ты. Дурочка, я же тебя завтра забуду. А ты потом страдать еще будешь, ждать меня. Вообще ворам жениться не положено. Мы люди свободные. Ну, хоть на одну ночь женись. На одну? На одну можно. Жена. Жена.
Игорек, ложись спать. Слышь, Шульц, сейчас что-то не пойму. Я же не экспедитор, я не курьер, я медвежатник. Мне это не по масти. Я понимаю, общак дело святое, но тащить на себе в Ленинград — это не мое, ты что? Да почему? Почему не я? Ты же мне обещал. Правильно. Отдай гардероб, а то у него сейчас пар из ноздрей это повалит. Ремонт, да? Ша! Это решил не я, а деда Лёва. Не знаю, не знаю. У меня-то общак из кармана не выпадет. У меня как в сберкассе, я за него отвечаю. А этот он... Не шелести, пепел вор, честный, незамазанный. Да и не в розыске он сейчас. Портрет давно не светился. Может, смотрящим его сделают. Фартовый ты, Сеня. Да что ты тут... Я особого фарта, я не наблюдаю. С общаком под головой не выспишься. Не бзди. Выспишься, как на курорте. Поешь один в купе. В соседнем суета и лишь и прикроет случай, какого кипиша. Поедешь с реальным документом, левую ксиву выправлять нет времени. Сработай под интеллигента, как ты умеешь. Деда Лёва говорит, дело очень срочное. Прищемили им там хвоста. Надо кидать на лапу прокурору, а то в ушак всей кодли светит. Начнем описывать имущество. Вагон. Пожалуйста, проходите. Пусть принимают. Добрый день. 11-е место. Это ваше место. Одиннадцатое. И вагон этот. Может, я ошибся.
Чаек, товарищи. Горячий. С сахарком, прошу. Хорошее обслуживание. Чай вдвоем носит. Научились. Благодарю. Вы как? С удовольствием. Расстаемся. Надолго? Надолго не могу. Утром цветы подарил. Обещал вернуться, пока не завяну. Красиво. Извините, граждане, номера попутали. Ночью они номера попутали. Бывает. Еще? Недостаточно. Ну что, тогда спать. Пойду сказал, до приезда мы чужие. Да фраер что-то, вроде мутный, что с тобой? А кто должен был второе место в купе выкупить? Денег на ресторан нажили. Слепи его, не баси, лучше меня послушай. Не надо ворам ничего вести. Раздербаним камешки с ружьем на троих и заскочим. Здесь каждому на две жизни хватит. Вы что, назад?
Эй, вы, назад! Падла живые, вы что задумали? Грабки! Грабки я показал! Быстро! Быстро! Да вы чего? Вы что задумали, щеглы? Это общак, это благо воровское. Вам за него деда Лёва головы подкусывает. Не деда Лёва это ружье. Не он за него рисковал. Наши это. Ваше в сберкассе до востребования. Понял? Куда? Куда, леший? Ты кого, воров чуешь? Или крысу? Мочи его! Давай, скидывай балласт. Браслеты! Браслеты туда! Режь! Режь давай! Чем резать-то? Родину любите, товарищ Сталин? Так точно. Ну так помогите нам, стране. Некоторые командиры вашей части оказались предателями Родины. Практически все. Андреев, Степанчук, Сакмаров, Ковальский и так далее. У вас есть единственный выход. Или вы сотрудничаете с нами, или идете по их дороге. Давай сбежим. Куда? Куда угодно. Спрячемся, там придумаем, решим. Игорек, ехать нельзя.
Зайка! Что надо? Лопату не одолжите. Сейчас разбежалась. Лопата вещь в доме, а ты кто такой? А потом ищи тебя, свищи. У нас тут недалеко машина застряла. А что ты на застрял-то? Сухо же. Да, шофер такой попался. Ага. Ну, уймись ты! Черт проклятый! Лопата новая. Угу. Ну, новая же. Годится? Годится. Вернуть не забудь. Не забуду. Чего, принёс, что ли? Ну, так поставь возле забора. Хозяйка, а умыться у вас можно? Вон, иди к бочке да мойся. Нет такого колодца, чтоб грехи смыть с молодца. Не приставай к людям. Гоша, ешь сам. С Кузьмичом не делись. Понял? Кузьмичом не делись. Да. И ешь сам. Гуси, гуси! И есть хотите? Да, да, да! Хлеб ты не бросай гусям! Ой, бедные, бедные. Кто это? Гоша, землемер, дурачок. 30 лет. А как дитя малое? Прошлым летом приехал к нам на недельку с Ленинграду в командировку. Важный такой. За руку не здоровался. Его все на «вы» величали. Георгий Иванович. Ну и фамилия у него такая интеллигентная. Скрябин. А тут жена приехала. Дом-то что, и одной сидеть скучно? Пока он тут у нас землю мерил, она пошла купаться. А Водяной-то ее в жены взял. Вон, похоронили у нас на погосте. Гоша умом-то и закончился. Обратно не воротился. Сидит у ей на могилке целыми днями. Где ночует, Бог знает. Ну, мы подкармливаем кто чем можем. Чай человек тоже.
Спасибо, хозяйка. Ты машину-то откопал? Земля, мать родная, не все принимает. Не все принимает. Один, два, три. И в дамп. Ну что, сдаешься? Активисты не сдаются. Слышь, братва, это что за лазарет? Это где? Второй военный госпиталь, товарищ капитан. Капитан очнулся. Ну, слава тебе, Господи. Спасибо. Эй, земляк, денег не надо. Бери, бери. Добрый день, капитан Петров. Как вы себя чувствуете? Голова болит. Вы что-нибудь помните? Неудивительно. У вас черепно-мозговая травма.
полицию. Вас нашли в купе ленинградского поезда с пробитой головой. Хорошо, что военный билет был при вас. Поэтому и опознали. А ее узнаете? Это ваша жена. Мы ей уже сообщили, и она скоро приедет. Можете оставить это себе. Передвигаться только по нужде. Хорошо. Выздоравливайте, капитан Петров. Игорь. Здрасте. А я слышу, вроде вошел кто-то. Так вас уже выписали? Откуда? Так Рите сообщили, что вы в госпитале в Ленинграде. А где Рита? Как телеграмма пришла, она на вокзал и побежала. Когда? Так еще часа нет. Ленинградский ушел? Расписание. А следующий когда? Через 2 часа. Билеты есть? Пока есть. Что, закрыто? Может, обед? Черт. Часы хотел сдать. Может, купишь? Да самому деньги срочно нужны. А, Брюс, идти к Михайловичу. Слышь, парень, а кто такой Михайлович? Ювелир. Ну, он мужик строгий, только у своих покупает. Так я свой.
Тогда давай, ты первый, раз это так срочно. Здрасте. Что у вас? Ну что, вещь неплохая, занятная. Могу взять. Только учтите, молодой человек, у меня тут не ломбард. Я вещи обратно по закладной не выдаю. Обратно не надо. Так это вам сейчас не надо. А потом вернете, скажете, надо. Не скажу. Берете? Тысяча вас устроит? Устроит. Может, у вас еще что-нибудь есть? Достаточно. Хорошо. Ну вот, не хватает. Все, ай, момент. Я сейчас. Пересчитайте. Я верю. Молодой человек, деньги надо пересчитывать, даже если вы их нашли. Мужчина, вы 100 рублей потеряли. Это не мои. Ну тогда давай свои. На мокрое не ходил, а тут двоих порешил. Странно все это. Я тебя предупреждал. Иногда и швабра стреляет. Куш нехилый, вот он и дернулся.
кто дяде Леве сообщать будет? Знает он же. Велел, когда поймаем, выпотрошить, как в облу. Пепел, конечно, на дно лег, затихарился. Но все братве мы опись разослали. Сидеть и ждать мы не будем. С пеплом в одном купе ехал фраер в погонах. Петров фамилия. Сейчас он в военном госпитале валяется в Ленинграде. Вот адресок. Возьми. Пошли пацанов. Пусть сгоняют, поговорят. Может, этот фраерок что интересное расскажет? Благородное дело. Найти общагу. Благородное, благородное. Вот тебя угораздило, капитан, а? Ну ничего, приедет твоя жена, сразу все вспомнишь. Она от мозги поправит. А ты что, не рад, что ли? Не, я почему рад? Ко мне бы кто приехал. Слушай, пока ты тут без сознанки лежал, тобой чекисты интересовались. А ты откуда знаешь? Да топтался тут один. По лицу сразу видно откуда. Я когда гулял, разглядел. Ну, мне скрывать нечего. За информацию спасибо. Предупрежден, вооружен, да? Или как там? Вроде того. Угу. Ладно. Пойду покурю. Ну, подожди, друг. Я ж с тобой. Нет, лежи. Врач сказал перемещаться только по нужде. Мне по нужде надо. Ну, ладно. А ты... Ты как сюда попал-то? А, с аппендицитом. А, да точно. Ну, с работы пришел, спать завалился, а в 3 часа ночи меня сбросил. Я не понимаю, что со мной происходит. Бочину ломит. Не сесть не могу, не встать не могу, ничего не могу. Все, думаю, все, конец. Представляешь? И самое интересное, что... Это здесь. Это здесь. Эй. Эй. А чьи? Сейчас верну, ко мне жена приехала, я разыграть хочу. Вот, читай пока. Так, а курилка у вас где? На втором. А где капитан? Не знаю. Куда пошел? Так, на всякий случай, останься здесь. Пошел! За мной!
Руки. Наборчик серьезный, товарищ майор. Два трупа, ценные ювелирные изделия, судя по всему, краденые. Происхождение оружия мы выясняем. На контакт со следствием не идет. Молчи. По запросу из Москвы это Арсений Скворцов. Он же Сенька Пепел. Московский вор. Медвежатник. Хорош. Странно, что он на мокрое пошел. Последняя судимость 10 лет назад. В данный момент не в розыске. Ну что, Сенька, так и будешь полный с назанку играть, а? Молчит. Молчит. Значит, молча к стенке пойдет. Вызывай конвой. Пусть они ему помогут обрести дар речи. А чей? Опять молчит. Ну, считай, 136-я у тебя на лбу зеленка уже написана. Так что собирайся в дальнюю дорогу. Оформляй. Простите, я по поводу Игоря Петрова, я его жена. Петров Игорь выписал. Это все. Девушка, постойте. Я знаю вашего Игоря. Значит, говорите, ничего не помните? Ничего. А последнее что помните? Последнее помню. Удар. Бац, это все, и темнота. Очнулся уже в госпитале с пробитой головой, в общем. Ну, это вы знаете. Все. Все. Ну, а бежали зачем? Я сам не знаю. Правда, не пойму. Честное слово, я побежал, потом думаю, что я делаю. Но я ему говорил, у меня, правда, что-то за башкой не то стало. Голова болит, да? Голова болит. Так, может, вам таблетку? Таблетку хорошо. Таблетку это вообще не помешало бы. Вот тебе таблетка. Сука. Значит, не помнишь, как родине изменял? Как в собственной части подпольную организацию собрал? Как диверсию устраивал в Ленинградской области? Не помнишь? Я не помню. В госпитале решил спрятаться. Думал, не найдем тебя, гнида. Да. Что, действительно не помнишь? Нет. Нет, черт. Ну, давай, давай, помоги. Встать можешь? Да. Давай. Да, извини. Давай. К столу. Садись. Садись. Извини. Захачкал. Да, сейчас, подожди. Так. Давай. Пиши. Я. Петров Игорь Анатольевич. Бывший капитан Красной Армии, шпион и изменник Родины, по заданию врагов подвел под расстрел многих офицеров Красной Армии. Из-за этого
Я этого писать не буду. Я ничего не помню. На самом деле, мне не важно, помнишь ты, не помнишь, кто ты, что ты. Мне нужна твоя подпись, которая поспособствует немедленному возобновлению карательного процесса. Посмотри на эту стопку. Я должен ее распределить за неделю, а сегодня уже четверг. Ну помоги, Игорь. Ну, подпиши. Пожалуйста. Я вам говорил уже, что я очнулся в госпитале с пробитой головой. Что было до этого, я не помню. Конвой? Каримову в отдел памяти. Ты чего в натуре? Ведь похоже было. Вот именно. Похоже. И не более. Откуда взяться Музе в этих грешных стенах? Слышь, ты будешь лепить меня до тех пор, пока мамка родная не признает. Признает. Я самого Сталина лепил. Плохо лепил, раз ты здесь. Мечтатель, зайти-то открой. Ты чё, клопов давишь? К тебе обращаются. Фраер, скидывай клифт. Что? Пиджак, говорю, снимай. Я его в карты проиграл. Как это? Сам не знаю, как. День какой-то сегодня нефартовый. Это мой пиджак. Уже не твой. А? Мерина. Ну ты не тормози, фрейрюга. Мерину холодно. Только никакой понт от этого. Место тела холодно идет. А если еще, что-нибудь курит, да, мерин, чё притихли? Ветошь со стола смахнули. Сейчас хавать будем. Ну,
как у тебя с памятью? Лучше? Каримов? Еще. Ты что думаешь, ты первый такой? Тут у каждого второго провала в памяти. Мы сами можем написать, как все было. Нам все известно. Все доказано. А подпишешь? Может, не расстреляют тебя, а отправят в лагерь, строить светлое будущее. Искупишь свою вину ударным трудом и вернешься домой. Каримов. Прямый. Каримов, продолжай, я домой. Уже на день рождения. Вот еще за цветами. Скачи. Опоздала. Машина уже уехала. Может, завтра твоего везти будут. Спасибо, я уже поняла. Сама откуда будешь? Пошли. Ну, милая, так дело не пойдет. Ты так не настоишься. Тебе бы сил набраться. Жить есть где. Пойдем к нам отдохнешь. Тебе еще стоять и стоять. Пошли. Спасибо. Не надо, я сам. Да ладно. Но я хотел помочь. Вот тут ты выспишься. Садись. Ешь. Люда, мне неудобно. Даже не думай, тут все свои. Конечно.
Борцов! Будь здесь пока, чтоб старика своей страшной рожей не спугнуть. И смотри, чтоб за мной никто не сунулся. Ты в очереди первый, и за тобой не задевать. Здравствуйте, здравствуйте. Понимаете, у меня тут дельце срочное. А мне сказали, что только вы можете помочь. Ой, не знаю, гражданин. У меня сейчас очень много работы. Да вы не думайте, я вам хорошо заплачу. Понимаете, у моей супруги завтра юбилей, а у нее брошка любимая сломалась. Может, глянете? Работа-то... Всего на 5 минут. Я же вам сказал, гражданин, у меня сейчас очень много работы. Вам лучше обратиться с этой брошью. Обратился я уже к очень серьезным людям, которые очень хотят знать, кто этой брошке ноги приделал. И кое-чему еще. Ты что, совсем страх потерял, барыга старый? Сейчас ты у меня ротом дышать будешь. Откуда у тебя эта брошь? Сам расскажешь. Пришел какой-то фраер. В костюме, при делах, ну, запыхан весь. Срочно деньги нужны. И брошку мне эту сует. Я купил. Лесь богатая. Ганда буду. У него еще что-то на кармане было. Но он застроился и не продал. Ну, в общем, интерес к нему возник. У меня как раз на стреме двое. Пошли за ним. Так вот он их придушил, как цыплят. По виду. Чистый правер. Вот только менты его замели в подворотне. Не отходя от кассы. А брошку я на другой день коли торопыги толкнул, чтобы ко мне лишних вопросов не было. Это все? Я проверю. Ой, ты боже мой, зачем мне вас обманывать? Мы же все свои, а? На один карман работаем. Это точно. Адрес верный. Брошку ему принес какой-то фраерок залетный. Знатный такой фраерок. Двух воров легко замочил. Сейчас на киче отдыхает. Сука. Непонятки какие-то. У чекиста фраер, тут тоже фраер. А пепел где? Слушай, может мне присесть с этим фраерком за мокрое, а? Разберусь, что здесь как. Прознаю про пепла, вы меня потом оттуда дернете. Дело. Провернем пока
деда Лёва не узнал. Может, этого? Далеко ходить не надо. Да и не пустой вернусь. Угу. Очки дай. Ну, здравствуйте. Уводят, пытают, бьют. Значит, не осведомитель. Подсадных уток обычно не бьют. Не подписываете? Не подписываю. Понятно. Я тоже. Поначалу меня пытали, лишали сна, воды. Но вот уже целый месяц не водят на допрос. Даже бить прекратили. Может, устали? Ну, нет. Бить они никогда не устают. Похоже, просто со мной определились. Как говорится, душу спас, а вот с телом придется расстаться. Да. Ну, со мной-то все ясно. А вот вам, вам-то зачем все это? Зачем вы себя так мучаете, а? Но ведь вы же не тот человек, за кого они вас принимают. Почему вы так решили? Друг мой. Я 40 лет в армии и могу безошибочно отличить гражданского от военного. Вы, Игорь, абсолютно не военный человек. Давай на выход. Шевелись. Руки за спину. Следующий пошел. Быстрее. Прямо. Лицом к решетке. Стоять. Вот так. Затылок смотрим. Пошел. Принимай. Слышь, Васек, у меня к тебе просьба будет. Прикрой уши на пару минут. Мне с друганом по делу пошептаться надо. Ну ты что, уже оглох? Я тебе говорю, ухи руками закрой и в угол сядь. Че? За что ты честных воров в сосновые фраки одел, это ты мне потом расскажешь. А сперва скажи, откуда у тебя брошечка взялась? Пчелка такая золотая. Ты ее нашему барыге толкнул. Я прям спать не могу. Как интересно. Ты кто такой? Ты на вора похож, как я на композитора.
Говори, пока я тебе башку не отрезал. Отрежешь, ничего не узнаешь. А я и так все знаю. И про брошку, и про общак. Вез общак, пепел. Вор законный. Где пепел? И где общак? Кухи закрыл! Где пепел? И где ты дел общак? Убери нож. Расскажу. Рассказывай. Жена? Чужая. Я так и понял. Мужчина, если обладал женщиной, воспринимает ее как свою собственность. У него взгляд другой. А у вас изучающий. Игорь! Игорь! Мой вам совет. Спрячьте подальше, а то увидят, отберут. Не отберут. Опыт есть. А теперь скажите, как ваше настоящее имя? Пепел. Как? Сенька Пепел. А что? Только с этим именем мне лучше отсюда теперь не выходить. Чего так? По-нашему прошла малява, что умыкнула я общак воровскую. А у нас, в отличие от этих, церемониться не станут. Кишки выпустят, на жопу намотают. Ну да. Простите меня за бестактный вопрос. А как вас занесло на эту дорожку? По дурости. Пацаном попал. Потом затянуло, понравилось. Почувствовал свободу. Свои уважают, чужие боятся. А сначала нравится, когда все можно, а тебе ничего за это не будет. Только потом мне уже устало. Понял, что все равно один, вокруг никого, пустота. Вот я и думаю, Лев Владимирович, а может, вы научите меня? Чему? Ну, этому. Военному делу. Зачем вам это? А это мечта детства. Потом вам все равно, кроме меня, тут опыт передавать некому. Вот что я вам скажу, молодой человек, я воробей, стреляный. Меня на Микине не проведешь. Вы говорили, что вы вор. Вот ворами останетесь. Ну, это может так, а может и нет. А если шкуру на себя надели, нужно учиться, как по лесу бегать? А? Как вы считаете, Лев Владимирович? Может быть, вы и правы. Застегнуться. Оправиться. Это как? Это значит привести китель в порядок. Я думал, на парашу. Отставить разговорчики. Ну вот, прямо сейчас и начнем. Это все правда. Ну, это мы еще поглядим. Гляди. Дело твое. И где же общак? У меня. Где? Ш-
сейчас бесполезно болтыхаться. Да, то так больно будет. Ты мне тут обезьянку-то не вози. Я тебя сейчас зенки-то выколю и в мозгах поковыряюсь. Жить хочешь? По глазам вижу, хочешь? Хочу. Но общак получишь только тогда, когда вытащишь меня отсюда. На свободу, значит, хочешь. Ладно, фрейрюга. Только у тебя один вариант спрыгнуть. Твой новый друг Витя Гардероб. Это я. Прикрышку я тебе сделаю. Все фуфло на Жмуров спишем, которых ты с поезда спихнул. Так что сам не при делах останешься. И чтоб тебя не зарезали здесь на этапе и в лагере. А потому буду тебя обучать, как с братвой себя вести. Так что ни шагу от меня в сторону. Там, куда мы едем, власть не советская. Соловецкая. Так что пойдем мы с тобой, Сенька Пепел, к светлому будущему, плечо к плечу. Благородное дело общак найти. Скорый ты меня неси, где живет, где ждет она. Войны разные мои, жизнь одна. Замело не разглядеть, где пути. Выпадало выбирать мне по совести. Я сегодня здесь с тобой жил и пел. Во сто крат твоя любовь прочих всех постылых дел. Кому грел, кому светил, да был бы светел. Знает, как огнем горел только пепел. Кому грел, кому светил, был бы светел. Знает, как огнем гореть пепел, пепел.